Подъем зранку, зарядка, сняданок, а далее насыщенная забавляльная и спортивная программа, а еще творчие гуртки, навод спевы для вогнища. Романтика знакомая каждому, кто хотя бы одной час отпочивал у летнем лагере. Як бавить час маленькие бобруйчане, на свой особливый экскурсии по летних лагерах Бобруйского района побывала наша здымочная группа. Головная подея этого заезда практически для всех оздоровляющих лагеров Бобруйщины – Великая Спартакиада. Дети уже назвали ее «малыми олимпийскими гульнями». Отдых у нас очень хороший. У нас там теннис, футбол. Очень много занятий. Можно играть в пионербол, в разные игры. Мальчики могут играть в футбол, девочки в пионербол. Здесь очень свежий воздух. Проводим много времени на улице, гуляем, развлекаемся. Зайти у столовку после спортивных спаборництв, как николи до речи, пятиразовое харчевание, супы, салаты, садовина, огороднину и соки. Голодным никто не застанется. Котлеты, картошка, ну, я вообще все люблю. У нас тут активная программа, футбол, волейбол, и хочется, конечно, всегда кушать. Аля, хватает питания, которое вам... Да, и даже через чурку много. У вольный час каждый занимается любимой справой. Хочешь гуртки по интересах, а можно и просто почитать. А вот этой девчонки на вот уластный салон пригожости открыли. Любим красить ногти все. Ну да, любим заниматься красотой, порядком. И подделки делать. И любим раскрашивать. Вчера играли, ну, много чего в прятки. В прически друг другу делали, прыскались духами. Дети у нас очень интересные, все очень талантливые. Поэтому под стать таланта детей мы организовываем и программу, и те мероприятия, которые у нас проводятся. Этот год объявлен годом культуры, поэтому вот основной красной нитью у нас проходят культурные мероприятия. На Бобруйщине сёлета планируется оздоровить 7230 детей. На протягу сезона в районе будет працавать 5 стационарных лагеров и 66 лагеров дённого знаходжения. Седа Каспарова, Павел Савицкий, Андрей Чорный, Новини регион.